хорошо живет одна доктор Оля Соколова, и квартира не тесна, и хлопот не полонарод. Даже сам главврач больницы любит Олю, право слово, пятый год уже как любит, только замуж не берет. Доктор Оля неспроста в ординаторской сегодня приготовит два бокала из богемского стекла. Так главврач ее, конечно, дома в праздник новогодний, но, глядишь, на час заедет, отдоворавшись про дела. Он не молод и устал, у него большие дети, у него своя квартира и от Олины ключи. Оля знает этот грех, ей на том зачтется свете, так и мама говорила. Нынче больше все молчит доктор Оля, свет в ночи интенсивной терапии, что ты плачешь у окошка, будто счастье позади. Отгони дурные мысли, чтоб беду не торопили, вытри слезы, доктор Оля. Он на свете не один, это ты у нас одна. И в палате номер 8, где ожог, сплошная рана и открытый перелом. Ветка елки, шар стеклянный, заходи, мы очень просим, милый доктор, белый ангел, бесконечное тепло, милый доктор, белый ангел.